В начале выпуска тревожные новости от Государственного комитета по делам ГО и ЧС. Установившаяся жаркая погода стала причиной трагедии на воде. На сегодняшний день по республике у нас потеряли мы 17 человек. Из 17 трое детей. Первый случай в Канарском районе, когда ребенок катался на велосипеде, упал в пруд, захлебнулся водой. А сегодня Янтиковский район, группа детишек от 5 до 10 лет купались в местном пруду. И, к сожалению, двое девочек, вот, одной 5 лет, другой 10 лет, не могли выбраться, пока остальные побежали за взрослыми. Они захлебнулись, утонули в этом несчастном пруду, к сожалению. Из 14 взрослых, которые имеем, вот печальная статистика, практически 13 человек это утонули из-за купания в нетрезвом состоянии. И все они купались в необорудованных местах, как взрослые, так и дети. Поэтому убедительная вот просьба ко всем гражданам Чувашской Республики, прежде всего к родителям, чтобы детей без присмотра в эту жаркую погоду купаться не отпускали, потому что когда они без присмотра, действительно забывают о мерах безопасности.